Привет, друзья! Меня зовут Ирина Бельская, я топ-тренер нашей школы Женя Баглак Face School. И сегодня мы с вами поговорим о том, как разнообразить свою тренировку, проработку мышц лица. Это достаточно популярный вопрос от тех клиентов, от тех фейсбилдеров, которые уже давно занимаются и спрашивают, что делать. Уже скучно делать эти упражнения изо дня в день одно и то же, как разнообразить. Особенно если эту зону все равно нужно прорабатывать, как быть вот в этом случае такой для психологического разнообразия, что можно сделать. Я надеюсь, видео будет вам полезным. Чтобы не пропустить наши следующие видео, подписывайтесь на наш канал, нажимайте колокольчик, и давайте теперь обсудим эту тему. Мышцы на лице, особенно вот центр лица, то есть те же скулы, щечные мышцы, которые нельзя не прорабатывать, это крупные мышцы, и даже базовая тренировка строится на проработке этих мышц. Это мышцы-леваторы, которые, по сути, делают одно движение. Когда они сокращаются, они поднимают, вот как скулы в данном случае, уголки губ вверх, или щечные тянут уголки губ в сторону, или, например, мышцы, опускающие углы рта, тянут уголки губ вниз. Ну, это депрессоры у нас, это мы знаем. То есть мышцы делают какое-то одно движение. Исходя из этого, мы особо разнообразить, ну, еще каких-то упражнений придумать не можем, потому что это мимические мышцы, и вот их биомеханика движения, на которой построится наше упражнение. Но поскольку это парные мышцы, то мы можем их прорабатывать, например, по очереди, либо каждую по отдельности. Я вот сегодня хочу вам предложить проработать мышцы, попробовать вместе со мной упражнение почередовать напряжение, вернее, проработку мышц с одной и с другой стороны. И вы сами почувствуете, как совсем по-другому включатся ваши, например, те же скуловые мышцы. То есть мы сейчас начнем с вами со скуловых мышц. Мы будем делать не двумя, то есть не этот вариант, а мы будем чередовать. С одной стороны мышцу напрягаем, отпускаем, потом с другой стороны мышцу напрягаем, отпускаем. То есть чередуем. Одна расслабили, другая расслабили. Обратите внимание, когда делаешь двумя, амплитуда движения короче, потому что, вернее, больше. Когда мы двумя делаем, мышцы более амплитудно сокращаются. Когда начинаем чередовать, мышцы менее амплитудно двигаются. Это нормально абсолютно, пусть вас это не смущает. И второй момент. Когда вы начинаете делать по очереди, сразу может не получиться. Мышцы могут продолжать вместе работать. Тоже не обращайте особо на это внимания, ориентируйтесь больше на напряжение. Важно, чтобы у вас было напряжение только с одной стороны, потом отпускаете его, и потом только с другой стороны, и отпускаете. Даже если вторая в этот момент помогает, ничего страшного, постепенно расслабиться. Кстати, это очень хороший вариант для тех, у кого скуловые мышцы формируют вот тут заломы, то есть именно сами мышцы, сокращаясь, вот здесь формируют складки. Это не глаза, это просто движение скуловых мышц. Вот это хороший вариант. Попробуйте сделать так. Как правило, заломов тут не получается. Ну что, будем делать скулы. Помните, темп средний. Напрягаем, чуть задерживаем, расслабляем, потом с другой стороны напрягаем, чуть задерживаем, расслабляем. Мы сделаем с вами буквально 10 раз, по 5 раз на каждую сторону. Делаем. И затем вы задерживаете с одной стороны на 5 секунд. И делаете с другой стороны то же самое. Угу. И расслабляетесь. Угу. Такой вариант проработки мышц, парных мышц на лице, это еще очень хорошая тренировка для наших полушарий, для левого, для правого. И вы почувствуете, когда вот так начинаете делать скулы, насколько хорошо ваши скулы, которые уже привыкли работать, сразу прям по-новому их почувствуете, давно забытое ощущение напряжения, усталости скуловых мышц. Таких можно сделать 30 раз всего, по 15 на каждую, но если вам хорошо получается, вы можете делать больше. Я, например, делаю 50-60 раз, то есть на каждую по 30 раз получается. Можно сделать двумя и потом доработать еще по очереди. Это тоже неплохой вариант проработки скуловых мышц. Щечные мышцы. То же самое. Щечные мышцы мы также можем по очереди прорабатывать. Одно из движений, которое делают щечные мышцы, они оттягивают уголки рта в стороны. Заломы, которые вот тут у нас формируются, говорят о том, что сократили щечные мышцы. Вот мы можем сделать то же самое, просто чередовать. Это я в зеркало подсматриваю.
То есть делать по очереди. И когда вы так прорабатываете, опять же таки более слабая, вы сами чувствуете, когда делаешь по очереди, какая слабее, вы тут же ее автоматически компенсируете, дорабатываете. Давайте попробуем. Делаем овал, фиксируем носогубную зону и чередуем. Помним, это щеки, поэтому медленно, темп такой, не спешим, средний ближе к медленному, напрягаем, секунда-две держим, расслабили. Потом с другой стороны напрягли, секунда-две, расслабили. Руки по центру никуда не ездят. Делаем. И затем точно так же вы с одной стороны напрягаете на 5 секунд, держите, дорабатываете в статике мышцу. И с другой стороны напрягаете и на 5 секунд держите, дорабатываете мышцу в статике. И затем расслабляете. И еще один вариант, я покажу вам проработки парных мышц носогубной зоны, также по очереди. Это достаточно сложный вариант, но, если честно, мой самый любимый. Я вам сейчас предлагаю попробовать проработать мышцу, поднимающую край верхней губы, или клыковая, она же у нас называется. Тоже по очереди. Это достаточно сложный вариант, потому что мышца имеет внутреннюю фиксацию. И я сейчас предлагаю вам сделать не двумя, а почередовать. То есть сделать вот так. Почему у меня так хорошо получается? Потому что я сама делаю именно эту мышцу, я прорабатываю именно так. У меня, когда я делаю двумя, вот тут вот чуть-чуть, но я вот боюсь себе сделать этот залом, поэтому когда я чередую, я однозначно ничего не заламываю. Когда вы будете делать вот сейчас вместе со мной это упражнение, то есть чередовать, напрягать с одной, напрягать с другой стороны, следите за уголками рта. Когда начинаем чередовать, могут уголки губ немножко ехать. Не должно быть этого. И опять же таки, тоже правило, напряжение только с одной стороны, напряжение только с другой. Даже если вторая, вы в зеркало видите, что немножко подключается. Пробуем, да? Фиксируем и чередуем. И затем задерживаемся. И с другой стороны держим. И потом надуваем. Пробуйте эти упражнения, добавляйте их в свой тренировочный план. Я надеюсь, видео было вам полезным, надеюсь, получилось. И если вам нужна обратная связь, вы помните, мы всегда сможем встретиться, провести занятия, подкорректировать технику, если есть такая необходимость. Пишите комментарии и увидимся!